начинаем. Начинается уже с приколов, да. Такой стёб, да, типа над тем, что он такой мелкий, короче, таким его убил шариком, да, типа, не шариком, снежком. Вот, это, конечно, тоже очень смешно сразу. Вот, смотрим дальше. Блин, вот на этом месте, честно говоря, жестко. Я, честно говоря, когда в превьюхе увидел, блин, как они на такое, типа, решились так вот делать. Это, конечно, блин, жестко, жестко очень. Честно говоря, сначала вот эту строчку, типа, я загадаю желание, чтобы исполняли желания, ну, типа, сначала не заценил, а потом прям, блин, типа, респект. Ну, реально, круто, круто. Есть такая, как бы, особо такая, скажем так, тонкость, да, в этом. Вот, прикольно, конечно, на самом деле. Зови меня тостер. Это тут, где они нюхают друг друга, это вообще. Джонни приходит, подарки, да-да, тоже трэш. Вот эта часть крутая вообще. Цифры эти. 4.24. Я сначала думал, что это прикол, типа, что косяк какой-то. А потом... Ну, все понятно, да? На самом деле, реально, самая ирония здесь просто жесть. Я когда посмотрел первый раз, подумал, блин, жесть, как вообще, даже отчасти неожиданно, что ребята на такое, ну, как бы, решились, да, типа, посмеялись так над собой, реально не зашкварно и не стрёмно им было такие всякие штуки делать, вот. Поэтому в этом плане, конечно, крутой клип.
я думаю, что со временем эта песня как бы больше раскусится, потому что пока как бы она вот что-то есть такое в ней, но вот надо пропитаться ей, она прям хорошо зайдет. Вот, ну и панчи есть крутые, это очень прикольно, это очень классно, вот это очень прям заходит, поэтому классная песня. Все, желаю вам, чтобы она у вас была в новом году в плейлисте. Вот, и желаю, чтобы у вас в новом году было все хорошо, и чтобы он был намного лучше, чем уходящий год. Всех с Новым годом! Что хотел добавить. Реально, если бы я чуть заранее знал, что все съемки будут здесь, в Алмате, а я сейчас как раз здесь нахожусь, как-то я не спросил у Влада, вот, то, конечно, я бы залетел и тоже бы что-то поснимал, бэки. Вот, конечно, я сильно обломался, когда уже узнал в самом конце съемок. Вот, ну, как бы, ладно, ничего страшного, бывает. Всем любви, все, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, не забывайте делиться с друзьями. Жду вас в новых видео, пока.